Что общего у жителей самой большой территории Югры? Проблемы и достижения в цифрах и фактах сегодня в программе «Большой район». Меня зовут Сергей Изотов. Здравствуйте. Новый парк получат жители Ульт-Ягуна. В поселке решено обустроить сквер для занятий спортом и отдыха местных жителей. Кроме того, в этом населенном пункте Сургутского района стало светлее. Там обновили систему уличного освещения. Вопросы благоустройства поселка стали основными во время рабочей поездки в Ульт-Ягун главы района. Подробности далее. Реализация проекта нового сквера в Ульт-Ягуне рассчитана на 2 года. Начало строительства запланировано в следующем сезоне. Здесь хотят обустроить прогулочные дорожки, площадки для занятия спортом. Первый этап проекта обойдется районной казне в 15 миллионов рублей. На следующий год на этот этап это будут пешеходные дорожки, их освещение. Сделаем аллею, памятник будет, так скажем, в одной стороне парка, будет идти аллея, дорожки и будет скейт-парк там установлен. Начинаем следующий год. Важно не остановиться, то есть объемы однозначно выполним, чтобы в каждом поселении, даже таком небольшом, как Ульт-Ягун, вот такой, ну не городской, но поселковый парк был, чтобы люди могли там культурно провести время, отдохнуть, с детьми погулять. Перемены в благоустройстве поселка уже есть. На 2 улицах Ульт-Ягуна, в частности, стало светлее в темное время суток. Накануне там установили систему освещения, которой раньше здесь не было никогда. Местные власти планируют в следующем году модернизацию энергохозяйства и на других улицах. Подрядчик уже определен. Будем менять на тех опоры, которые есть, устанавливать 144 светильника. То есть если раньше у нас светильники располагались через одну опору, то сейчас уже оборудуем по проекту, чтобы светильник мощный, светодиодный, стоял на каждой опоре. Самый большой объект благоустройства, появившийся здесь недавно – многофункциональная площадка. На ней оборудованы детский городок, зоны для занятия физической культурой и массовых гуляний жителей. В этом году подобные крупные проекты реализовали и в других поселениях района, к примеру, в Солнечном и Барсово. В планах на следующий сезон у властей района создание в разных населенных пунктах 9 объектов благоустройства. 9 крупных объектов, но я вот 9 считаю, это именно вот, ну, такие объекты, как парк, как там общественная какая-то территория. 9 крупных объектов. Сумма, если мне память не изменяет, порядка 200 миллионов рублей у нас заложено на следующий год в бюджете района. В этом году выходим на 180, на следующий год 200 или даже 210. То есть объем финансирования увеличиваем. Что касается Ульт-Ягуна, есть новость и для пешеходов. В следующем году местные власти намерены обустроить тротуары около въезда в поселок, что должно повысить безопасность людей. На участке расположены 2 железнодорожных переезда, поэтому работы будут проводиться совместно с компанией РЖД. Власти Сургутского района намерены поручить создание новых приютов для бездомных собак одному из своих муниципальных предприятий. По мнению чиновников, частные питомники уже заполнены под завязку. Между тем, количество беспризорных животных в населенных пунктах растет, а принять к себе всех собак бизнесмены не в состоянии. О причинах сложившейся ситуации и возможных решениях этой проблемы в материале Антона Севастьянова. Ситуация с бродячими собаками обострилась. Беспризорных животных в поселениях района стало значительно больше, по сообщениям местных жителей. Коммунальщики говорят, увеличилось не только поголовье бесхозных четвероногих. Среди них все чаще стали попадаться агрессивные особи. Районные власти собрались, чтобы обсудить положение дел и дальнейшее развитие событий в этой сфере. Как у нас, по вашему мнению, будет развиваться вот на ближайшие 3 года количество поголовья этих бесхозяйных животных? На ближайшие 3 года мы видим из года в год увеличение количества животных, подлежащих отлову. Такая наметилась такая тенденция. Но еще с большей прогрессией у нас увеличивается количество агрессивных животных. То есть это животные, которые, по мнению кинолога, который поработал с этими животными, уже не подлежит выпуску. Количество беспризорных собак в поселениях увеличилось, потому что местные жители часто отказываются от своих домашних питомцев и выгоняют их на улицу, где животные и плодятся, уверены коммунальщики. От населения периодически поступают сигналы об агрессивном поведении животных и нападениях на детей и взрослых, к примеру, в Белом Яру и Солнечном. Бродячих собак отлавливают и доставляют в специальные частные приюты, которых в районе 2 – в Ленторе и Белом Яру. Но проблема заключается в том, что все места в них практически заняты. Справятся они на существующих мощностях или потребуется тоже строительство каких-то дополнительных площадей?
Ольга Давлетова, которая второй год после начала, да, исполнения госполномочия по, ну, скажем так, по-новому, где осуществляется уже запрет на умерщвление, у него мощности заполнены. Он уже приступил вот к наращиванию, ну, скажем так, превентивными способами к наращиванию мощностей, то есть устраивает, например, второй ряд будок над существующими. Ситуацию усугубляет растущее число агрессивных животных. Собак, которые, по выводам кинологов, не представляют угрозу людям, после медицинского обслуживания выпускают из приютов в привычные места обитания. А вот особи, настроенные враждебно к окружающим, оставляют там на постоянное проживание, поскольку по закону отпускать их нельзя, как и умерщвлять. Они занимают все больше мест в пунктах передержки, однако действенных планов по развитию мощности имеющихся объектов и возведению новых у бизнесменов пока нет, по мнению районного руководства. Поэтому чиновники решили поручить создание приютов и содержание в них животных муниципальному предприятию. Сейчас местные власти определяются со стоимостью строительства таких пунктов. У меня вот вопрос, да, по тем цифрам, которые ЮКС предоставил. Да. И тут типовой проект, 60 миллионов. Да, рублей. Мы тоже посмотрели его, да. Ну, это, вы знаете, у нас некоторые люди живут в худших условиях, чем за 60 миллионов на 160 собачек. Там, это недешево. Какие минимальные требования? Вот чем можно обойтись, вот, чтобы начать, условно говоря, там, со следующего года? В обязательном порядке должно быть ограждение, значит, будки, необходимые пункты для, ну, скажем так, АБК, где хозяйственный блок, где будут готовить пищу. То есть это ветеринарный блок. То есть у него там есть хирургическое отделение, есть послеоперационное отделение и так далее. Вот. И обязательно еще территория для выгула животных. Мы уже обследовали два земельных участка, которые хотим использовать под это в Линторе и на Федоровке. В следующем году земля уже есть, необходимо строить, как уже сказали, забор, начинать строить клетки по содержанию собак агрессивных. Проживание животных в приютах финансируют власти района. Одна собака обходится местной казне сейчас более чем в 70 тысяч рублей в год. И расходы будут только увеличиваться, уверены чиновники, с учетом подорожания в стране продуктов и различных товаров. Районное руководство считает это еще один аргумент в пользу того, чтобы созданием приютов и содержанием животных в них занимались не частники, а свое муниципальное предприятие. Ну, опять же, да, свое оно подконтрольное, да. И сами будем понимать, за что мы деньги тратим, да, и с каким качеством, с каким объемом работаем. В течение двух недель чиновники и коммунальщики должны подготовить предложение по созданию приютов на муниципальной основе, определиться со стоимостью таких объектов, а также поселениями, где их будут строить, после чего районные власти намерены принять окончательное решение по этому вопросу. Сложившаяся ситуация показывает, что бизнес в районе далеко не всегда способен адекватно и своевременно реагировать на запросы на местах. Эпизод с созданием пунктов передержки животных не единственный. В этом году, к примеру, сразу в нескольких удаленных поселениях – Лямина, Сытумина и других – местные власти отказались от услуг предпринимателей по уборке снега из-за низкого качества работ. Для этого закуплена спецтехника, организацией работы которой занимаются сами поселковые управленцы. В случае передачи какого-либо подряда муниципальному предприятию власти района получают более эффективный контроль над выполнением работ, уверены чиновники. А вот частники теряют возможность заработка. В районе на свет в этом году появилось более 1200 малышей. В Рускинской закончили строительство новой многоэтажки. Новоселье не за горами. 2022 станет годом внедрения цифровых технологий в спортивную сферу. Что из этого получится, еще увидим. А пока другие новости Большого района в рубрике «Дальше событий». В Сургутском районе заболеваемость коронавирусной инфекцией выше, чем количество выздоровевших. Об этом рассказал начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения Александр Матросов. Он отметил, что только за одну неделю заболело 69 человек, а выздоровело всего 18. К сожалению, смертность у нас крайние две недели регистрируется чуть ли не каждый день. Это, конечно, печально. Скорость заболеваемости, так распространение инфекции гораздо выше, чем скорость выздоровления. Алексей Савенков, заместитель главы района, в свою очередь призвал жителей вакцинироваться. По его словам, на сегодняшний день осталось привить 15 тысяч человек, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Школьники Сургутского района стали победителями регионального конкурса «Молодой изобретатель Югры». В этом году юные инноваторы выставили на суд жюри 5 проектов, 3 из которых получили высокую оценку.
Второе место в конкурсе занял проект школьницы из Нижнесартымского. Она разработала специальную трость для слабовидящих людей, которая с помощью датчиков определяет расстояние до препятствия и подает о нем сигналы. А победу одержали две инициативы ленторских старшеклассников. Одна из них по созданию умных зимних сапог. Такая обувь сохраняет тепло с помощью инновационных материалов. Вторая по совершенствованию возможностей гоночных квадрокоптеров и применению дронов на трассах, оборудованных в школе. Как воспитать патриотов? Этот вопрос стал главным на форуме «Патриот-86». Руководители поисковых и юнармейских отрядов обменивались опытом и обсуждали новые подходы в работе с молодежью и подростками. Кульминацией мероприятия стал фильм «Кавказ. Вчера, сегодня, завтра» по следам волонтерской экспедиции Большого района. Участники поездки рассказали, как изменилось их мировоззрение в ходе общения с жителями. Подробнее в нашем следующем материале. 7 воспитанников военно-патриотических клубов Сургутского района поучаствовали в экспедиции на Кавказ. Поездка состоялась в рамках проекта «Кавказ. Вчера, сегодня, завтра». Инициатором идеи стал отец героя России Тулпара Мусалаева, российского военного, за свой подвиг удостоенного высшего звания. Таким образом, Аздемир Мусалаев, ныне житель Федоровского, хотел почтить память своего сына. Мы совершили свой личностный эмоциональный рост и поняли, что мир не такой плоский и жестокий, как его описывают многие. Кавказ очень гостеприимный и добрый. Перед поездкой участники прошли жесткий конкурсный отбор. Ребята сдали тест на знание истории России и написали эссе. По итогу отбора лучшие отправились на Кавказ по маршруту Беслан-Хасавюрт-Махачкала. В этом году просто 5 лет, как Тулпара нет. И мама сказала, наконец, мое материнское сердце успокоилось. Проект «Кавказ. Вчера, сегодня, завтра» был признан лучшим в рамках инициативного бюджетирования Сургутского района. На его примере участники первого районного форума «Патриот-86» учились создавать новые формы работы с подростками. Сегодня военно-патриотические клубы и отряды юнармии в основном готовят ребят к службе в армии. Основное направление моей деятельности в военно-спортивном клубе – это парашютная подготовка. Ребята готовятся стать настоящими защитниками Отечества, выполняют минимум 3 прыжка с парашютом, ну и отправляем их защищать Родину, служить в спецвойсках. Однако вызовы времени требуют от военно-патриотических объединений большего. Только на территории района сегодня действуют 29 клубов и 12 отрядов юнармии. Общая численность участников более 700 человек. Сегодня в рамках форума для коллег мы приготовили несколько образовательных моментов и плюс практический блок, практически такой методический семинар, качественный, да, на проработку нюансов, с которыми мы сталкиваемся во время работы. Организаторы форума уверены, что такие совместные форсайт-сессии помогут военно-патриотическим объединениям найти новые подходы к детям, стать интереснее для них, а значит, пополнить свои ряды большим количеством воспитанников. Почти 11 часов вели дискуссию о профилактике экстремизма. В Сургутском районе прошла 3-я конференция, посвященная этой теме. Присутствовали на ней эксперты из разных регионов страны. Каким выводом пришли участники встречи, расскажет Карина Дроздецкая. Журналы ему мои не нравятся. А как при всем классе меня оскорблять? Так тут пороков нет. Этот спектакль под названием «Слепые» – один из способов профилактики экстремизма. Сюжет не про людей с проблемами зрения. Этот спектакль о том, как общество не замечает изменений в поведении и отношении окружающих их людей, в первую очередь подростков. Такую показательную форму работы решила попробовать администрация Сургутского района. Если на этом не останавливаться, то у нас такая изюминка этого года – это спектакль «Слепые» про радикальное течение «Колумбайн». Это новая такая беда России, которая пришла. У нас несколько, 7 случаев зарегистрированных. Мы не хотим, чтобы в Сургутском районе нас это события такие коснулись, и поэтому мы работаем в данном направлении. Для профилактики правонарушений в области экстремизма и терроризма власти района проводят большую работу. Онлайн-лекции для школьников, общерайонные родительские собрания, работа с национальными объединениями. Были созданы комнаты мира, где каждый приезжий может получить консультацию и помощь. А в центре «Пилигрим» мигрантам помогают решить юридические вопросы. Ежегодно на такие проекты, которые борются с проявлениями экстремизма, выделяют 5,5 миллионов рублей из средств местного бюджета.
Эта сумма, она, если для сравнения с другими муниципалитетами Югры, самая высокая. И у нас ежегодно активность национально-культурных объединений составляет 10%. То есть это достаточно хороший рост идет и регистрация, соответственно, национальных культурных объединений через управление Минюста. По мнению экспертов, сегодня интернет является основным местом распространения радикальных идей. Это связано с тем, что глобальная сеть – главный источник получения информации для подростков. При этом не всегда можно уследить, на какие темы общается ребенок. Именно этой проблеме была посвящена конференция «Профилактика экстремизма в Сургутском районе». Надо быть, прежде всего, достаточно осторожным. Очень важно в этом контексте, особенно если мы говорим о подростках, о детях, ну, откровенно говоря, это контакт с родителями, это контакт, может быть, с учителями. То есть должен быть все-таки взрослый человек, который поможет объективно оценить ту информацию, которая оказалась в доступе у подростка. Если мы говорим о более старшем поколении, ну, мы говорим о том, что человек, уже имея определенный уровень образования, он, в общем-то, должен самостоятельно уметь оценивать такого рода информацию. Как говорят специалисты, конфликты иногда возникают и на фоне того, что общество не готово принимать ничего нового. Иная культура, традиции и даже одежда – все это может вызвать резонанс. Резонанс оно вызывает не потому, что это религиозное одеяние, а потому, что это нарушение привычного визуального облика. Представьте себе ситуацию. Сургут, 9 часов, люди идут на работу. Появляется группа, например, североамериканских индейцев в своих традиционных узорах, которые с дипломатами тоже идут куда-то на работу. Естественно, шок, удивление. Поэтому это вопрос не религиозный. Это вопрос некого страха, некой опаски перед незнакомым и поэтому пугающим. Конференция по профилактике экстремизма проводится уже третий год. Изначально она набирала 700 участников. В этот же раз выступающими стали 4000 жителей из Сургутского района, а также Югры. Общение проходило в онлайн-формате. Какое будущее ждет молодежной резиденции как явление? Куда дальше пойдет этот проект? И почему десятки миллионов рублей, направленных на досуг молодежи, не менее важные траты, чем строительство жилья и обустройство скверов и парков? Ответы на эти вопросы дал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Андрей Александрович, второй раз мы открываем молодежную резиденцию за непродолжительное время. Видим, объект живой, есть здесь люди. Вот поподробнее по объекту в Рускинской, какие средства, как мы ходили, какие потребности нужно удовлетворить. Ну, вот такие технические моменты. Да, в принципе, все молодежные резиденции, они по одному образу и подобию. Вот коворкинг-зона, да, оборудуем, сейчас в школе находится кибер-зона, здесь своя будет, вот, ну, игровая зона. То есть это мы отремонтировали имеющиеся помещения, это бывший магазин, вот, произвели капитальный ремонт, а в 2023 году здесь появится специализированное, отдельно спроектированное и построенное дополнительное помещение на 350 квадратных метров, но там будет еще круче. То есть есть потребность сделать еще круче, еще больше? Ну, слушайте, здесь 500 детей. Вот в Рускинской 500 детей. Хотя вроде небольшая деревня. Ну, 2500 человек, как небольшая. 500 детей. Поэтому надо охватить всех. Есть уже опыт открытия резиденции на Высоком мысу? Какое-то определенное время прошло. Понятно, что при исследовании потребности были. Сейчас вот можно сказать, что эксперимент удался, дети ходят, проблемы? Однозначно, да. На Высоком мысу там вплоть до проблемы, что ходят в молодежную резиденцию играть. Про школу забывать стали. Да, но это поправляют, конечно, родители. Ну, действительно, пользуются большим спросом. Ближайший план – это охват в ближайшие 2 года остальных поселений. Да, все поселения у нас везде появятся специализированные, построенные помещения, красивые, с самым современным оборудованием. Мы много раз говорили, чтобы даже в самых отдаленных поселениях детвора себя не чувствовала ничуть там хуже, чем жители там мегаполиса. Об этом еще поговорим. Вот по финансам хотелось бы узнать. Все-таки, ну, если я не ошибаюсь, здесь 10 миллионов рублей. Да, это недропользователи. И бюджет района. Ну, это же солидные деньги. Можно было их потратить на какие-нибудь другие нужды? Или тут вот такого вопроса не стоит? Вообще не стоит. У вас дети есть? Есть, конечно. Вы где предпочитаете, чтобы они вот в подворотне где-то были или вот в таком центре? Ну, тут, конечно, получше, чем в подворотне. Поэтому вот вопрос не стоит так. Вот, возвращаясь к теме, что заменяет школу, а можно ли совместить досуговую и образовательную функцию? То есть здесь же на базе можно кружки организовать, секции, еще какие-то занятия. Татьяна Николаевна, надо попытать, она вот это все во многом благодаря Татьяне Николаевне. Османкиной, для зрителей поясним, ваш заместитель. Да, то есть ее инициативе, энергии, моя задача только финансировать это дело. Вот, это вот специалисты ресурсного центра, департамента образования, это их
скажем так, опыт, энергия, желание. Не знаю, честно говоря, не специалист в сфере образования, можно ли учебный процесс и игровой совместить. Наверное, надеюсь, что да. Мы будем надеяться, что получится. Вы уже сейчас во время открытия обмолвились об расширении, да, даже этой площадки. Да. То есть объекты живые не в том смысле, что у них и дети ходят, а они еще и сами развиваться будут. Ну, вот смотрите, у нас большой киберкласс на территории школы, там школа-интернат, и отдельный блок мы вывели, там еще есть, ну, там еще одна молодежная резиденция. Вот, и посчитали, что, ну, как бы здесь второй киберкласс, я говорю, нет, давайте делать, чем больше возможностей создадим там, для развития молодежи, для ее времяпрепровождения, вот, мне кажется, это будет на пользу. Ну и, ну, и две команды организовать здесь и в школе, и пускай там соревноваться между, между собой по сетке рубятся. Турнир Кубок Роскинской, да, почему нет? Запросто. Ну и теперь давайте немножко в общем про молодежную политику в целом. Резиденция – это хорошо, но есть еще и другие там направления. Что делается сегодня в районе? Ну, вы знаете, что предыдущая пятилетка у нас была пятилеткой спорта. Угу. Вот. Можно уже говорить, 41 объект на Сытомино уже готов, введен в эксплуатацию. Мы еще просто не съездили, не открыли. Спортивный зал, крытый хоккейный корт. То есть сейчас уже вопрос стоит, что дальше строить. Вот. Это все для молодежи. То есть в первую очередь охватывается молодежь, чтобы она не на улице болталась, да, а шла в спортзал, занималась спортом, физической культурой. Решили вопрос с охватом молодежи, вообще не только молодежи, а жителей района, спортом, физкультурой. Вот приняли программу по молодежным резиденциям, 7 резиденций. То есть и строим здание, и плюс насыщение. Тоже достаточно серьезная программа. Честно, на память не помню, но штук 5-6 построили объектов культуры, помимо спорта. Угу. Вот последний на Барсово, это же и киберарена, и клуб, ну, ЦДТ. И вот такой же сейчас собираемся. Уже провели конкурс, заключен договор. На Солнечном должен появиться в следующем году. Угу. Это же для молодежи. Чтобы приходили, играли, развивались. Там же не только зрительный зал, где можно кино посмотреть. Там и помещения, и для современных танцев. Они с этими же компьютерами там танцуют. Я заезжал, смотрел, я даже не знал, что так можно. И графика вот эта компьютерная, то есть все картины рисуют уже не только там на мольберте, да, а вот... В студии анимации. Да, да, да. Да. Угу. То есть наша задача, чтобы детвора не на улице болталась, а была приобщена, имела доступ вот, действительно, не побоюсь этого слова, к самым современным, самым там крутым технологиям, средствам техники в Сургутском районе. Желаю, чтобы задача была выполнена. Удачи, спасибо. Спасибо, спасибо. Раскрасили Югру. Юные художники со всего округа приняли участие в детском конкурсе «Ростов в Югре». Хэштег с таким названием можно было встретить под более чем 10 000 публикациями в Инстаграм. В этой социальной сети дети публикуют свои творческие работы. О том, что за поколение все-таки растет в Югре и как выглядит регион с суровым климатом глазами детей, в сюжете нашего корреспондента. Тэквондо и стрельба. Занятия по этим видам спорта ученица солнечной школы номер 1 Виктория Ковалевская совмещает после учебы. Регулярные тренировки, участие в соревнованиях, говорит Вика, выработали у нее правила. Медленно, но уверенно идти к цели. С таким победным настроем она заявилась и на конкурс «Расту в Югре». Взяв в руки белый лист бумаги, она сразу решила, что будет рисовать. Выбрала этот спорт, потому что мне нравятся боевые искусства. Там мы бегаем, тренируем мышцы, дыхательные пути, чтобы развивались. Я выберу цвета красный, белый, черный и коричневый, потому что у нас есть различная защита, и она может быть красным цветом, либо же синим. Еще одна участница конкурса – Диана Болгова. Девочка тоже за активный образ жизни, ходит на секцию по баскетболу. Любимое внеучебное занятие и стало темой рисунка. Мяч я сделала крутящимся, вращающимся, потому что движение баскетбола мы обязательно придаем, чтобы мяч крутился. Я нарисовала сетку и кольцо. Иногда, когда нет настроения, можно порисовать, это более успокаивает. Обе школьницы участвуют в конкурсе «Расту в Югре». Они выбрали номинацию «Что я знаю о своем здоровье». Это тема здорового образа жизни, спортивного времяпрепровождения. В конкурсе еще 4 номинации под разные возрастные категории. «Мои первые знания», «Мои открытия», «Любимый школьный предмет» и «О Югре». Как говорят организаторы, такие конкурсы позволяют раскрыть творческий потенциал ребенка,
Особенной популярностью пользуется номинация о Югре, где ребята с помощью работ показывают свои знания о регионе, то, как они его видят. Безусловно, Югру видят в наших коренных малочисленных народов ханты. Это, конечно же, наши зеленые сосны, наши лисы, наши птицы, тетерев, дятел, да, поэтому в любом случае это в основном люди, это в основном животные и красивая природа. Как говорят организаторы конкурса, техника детских рисунков впечатляет. Это и работы карандашом, фломастерами, поделки с пластилином. Участники – дети от 2 до 16 лет. Чтобы рисунок заметили, необходимо соблюдать все условия. Обязательно публикация в социальной сети Instagram, отметка аккаунта главы региона, при этом нужно подписаться на него. А также поставить хэштеги под своей публикацией «Год знаний» и «Расту в Югре». Ну и не забыть отправить данные конкурсанта в директ аккаунта Югра. Все это необходимо сделать до 1 декабря. Как обещают организаторы, победителей в каждой номинации ждут ценные призы – планшеты. А все участники получат памятные подарки. События и явления всегда больше, чем возможности о них рассказать в рамках одной программы. Поэтому продолжим ровно через неделю. До встречи в Большом районе.